кто-то воевал, бабушка, да. Дедушка. Вы можете рассказать, кто это был? Расскажите имя, фамилию, вот с кем бы вы пошли, если бы, ну, на бессмертный полк, может быть? Дедушка по отцу Василий Матвеевич Лагунов. Ну, он живой пришел с войны, но дважды был ранен. Вот я с ним и пойду. Потом бабушкин брат Николай Евлампиевич, вот тоже он, ну, он офицерский чин у него был. Он вернулся, и бабушкин брат погиб, Константин. Вот три человека у нас. А что бы вы могли пожелать 9 мая ульяновцам в честь праздника? Ну, это самый, наверное, главный праздник, и всем обязательно надо все-таки помнить вот о своих близких, об этой страшной войне, чтобы это никогда не повторилось.